Как вы думаете, бывают ли деревья без годовых колец? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Со школьной скамьи мы знаем, что по кольцам можно вычислить возраст дерева. На самом деле так бывает не всегда. Именно поэтому для исследования ученые берут не одно дерево, а 15-20 из этой местности и по ним выстраивают хронологию событий. По кольцам можно с точностью до года уточнить, как менялся климат и какие природные катаклизмы происходили в регионе. Деревья – это живые летописцы окружающей среды. Читая их кольца, можно понять историю лесных пожаров, наводнений, извержений вулканов, снежных лавин, состояние лесной экосистемы. Проследить вспышки массового размножения насекомых. Например, после низового лесного пожара остаются послепожарные шрамы. А по смещению сердцевины относительно центра можно понять, росло дерево на склоне или нет. Чем благоприятнее сезон, тем шире кольцо. Если год выдался чересчур холодным, засушливым или наоборот, дожди шли слишком часто, колец может даже не быть. Помимо этого, на дереве могут образоваться ложные кольца. Любое кольцо состоит из двух частей – светлой и темной. В норме первая формируется в вегетативный период. Это ранняя древесина, а вторая к его концу. Ее называют поздней. Но если в середине сезона наступает похолодание, клетки поздней древесины могут начать формироваться раньше срока. А когда потеплеет, дерево вернется к нормальному циклу, продолжит рост клеток ранней древесины и перейдет к образованию поздней к концу вегетативного периода. Однако ложное кольцо уже сформировано. Есть мнение, что деревья, произрастающие в тропическом климате, колец не имеют. Но недавно ученые установили, что древесина последних тоже формируется с периодичностью, а во время коротких периодов засухи или продолжительных дождей возможны изменения в ее структуре. Чтобы определить возраст таких деревьев, ученые изучают их клетки и соотносят информацию с метаданными. А вот отсутствие годовых колец у карельской березы – это заблуждение. Они есть, но имеют особую структуру, за счет чего ствол на срезе приобретает красивый узор. Правда, почему он образуется, ученым пока неизвестно. Изучением годичных колец, фрагментов живых деревьев и даже древесных остатков занимаются дендрохронологи. Делают они это не только для того, чтобы подсчитать, сколько лет прожило дерево. На основе полученных сведений ученые реконструируют климат прошлого, моделируют рост деревьев в будущем, датируют извержения вулканов. А еще помогают другим службам, например, полиции, установить, когда и на какой территории был незаконно вырублен лес. Искусствоведам определить, когда были созданы те или иные деревянные предметы искусства. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!